Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Как я уже неоднократно говорил, экономику мировую сейчас, ну, мне кажется, ожидает некая стагнация, поэтому вопрос о том, какие акции покупать, которые мне часто задают, ну, я, честно говоря, не знаю на него ответ. Я думаю, что фондовый рынок в ближайшие, ну, примерно год расти сильно не будет, дай бог, чтобы он сильно не упал, потому что все поговаривают о кризисе, хотя сейчас в конце года все растет бешеными темпами. И недавно я показывал, что я купил ноту, вот, с одной стороны, с другой стороны, год заканчивается. А что это значит? А это значит, что сейчас наступает самое лучшее время для пополнения индивидуального инвестиционного счета, с одной стороны, а с другой стороны, ну, для его, ну, как бы, инвестирования денег. Поэтому мы с женой посовещались, и она говорит: а давай-ка мы пополним индивидуальный инвестиционный счет на нее, и что купить на эти деньги. Вот. Ну, я говорю: хорошо, прикинь свою зарплату за год. Но зарплата у нее за год совсем небольшая, в районе, она прикинула, 150 тысяч рублей. Вот. Она, в общем-то, сидит дома, ничего. Ну, бухгалтер у небольшой компании. Вот. Поэтому, значит, она говорит: давай на 150 тысяч, вот, введем денег и на 150 тысяч что-нибудь купим. Давайте посмотрим, что мы купили на эти деньги. Вот мы купили на эти деньги, еще в работе только что, на ИИСе. Покупка структурного продукта «Автокол» на корзину из ЧМФ, ЛКО, «Лукойл», короче говоря, «Роснефть», «Яндекс». ЧМФ – это «Северсталь». Вот, на сумму 150 тысяч рублей на счет тра-та-та на конце «И», то есть индивидуальный инвестиционный счет. Вот, 150 тысяч рублей, она забыла ввести сюда комиссию, там, по-моему, 10 рублей, и я ей скажу сегодня, чтобы она перевела, а завтра мы допереведем эту сумму, там, ну, вот так получается. Вот, денежки пришли моментально достаточно, то есть сегодня где-то часов в 15:30 она платежные поручения через Тинькова сделала, денежки уже были зачислены. А за час до этого я сделал структурный продукт. Вот он. Что такое структурный продукт, здесь описывается. Я сделал опять купонный структурный продукт. И на этот раз вы знаете уже, что у меня, лично у меня, открыт структурный продукт вот на этот, с ежемесячным потенциалом на Алроса, Мосбиржа, НЛМК и Сберпрефы. И с огромной вероятностью он будет закрыт у меня, потому что все четыре компании уже выросли, то есть они превысили, скорее всего, будет отозвано это дело, я получу купон, и, скорее всего, я еще буду вкладываться там. Ну, а сейчас, вот текущее, так сказать, что мы приобрели, это ежемесячный потенциал, один год, что очень приятно, 20% годовых. Я не думаю, что индекс российский вырастет на 20% за год, а здесь, ну, достаточно вполне гарантированная доходность. 20% годовых, один раз в 30 дней. При этом, если все-все-все, без исключения входящие в корзину акции, вырастут выше, чем текущая цена, которую мы узнаем завтра буквально, потому что нота будет открыта завтра, соответственно, если все акции вырастут, то нота будет закрыта досрочно, если нет, то периоды наблюдения будут за этими активами. И еще раз, значит, «Северсталь», «Лукойл», «Роснефть» и «Роснефть».
Яндекс, вот она, корзина. Давайте нажмем на нее подробнее. Ой, ежемесячный потенциал. Так, назад. Я тут на что-то нажал быстро. Подробнее. Комментарии, аналитика. Вот он, этот структурный продукт. Один год. Минимальная сумма инвестирования 100 тысяч, но мы посчитали, что там у нас 150 тысяч рублей, поэтому ну, все их и решили вложить сюда. Ставка купона 20% годовых. Периодичность наблюдений ежемесячно и выплаты купона. 80% барьер поставки, барьер купона 85%, купонный барьер, барьер отзыва 100%. Об этом я уже все рассказывал. Так, это не он. Вот этот. Северсталь, Яндекс, Лукойл и Роснефть. Ну, я думаю, кто-нибудь из них упадет, поэтому надеюсь, что купоны будут выплачиваться. Вот таким вот образом. Здесь примерно примерная стоимость. Завтра будет известна точная стоимость, и завтра я покажу, что здесь. Вчера я был на в открытии, на семинаре, который был посвящен как раз структурным продуктам. В конце этого видео вы увидите ссылку на этот семинар. Я вел там запись, мне, как всегда, разрешили это делать. Вот, кто хочет, может посмотреть. Запись длится почти полтора часа. Как обычно, 4 видео, это целый плейлист. Вот, можно посмотреть. Видео недоступны в прямом, ну, как бы у меня на канале. Но плейлист сам вполне доступен, он в открытом режиме. Вот, почему структурный продукт это актуально вот в настоящий момент, я считаю. И там Антон, не помню фамилию, вот, он как раз об этом все очень четко и объясняет, поэтому не буду я повторяться, слушайте семинар и смотрите, что я делаю. Ну, а продолжение следует. У меня уже 2 структурных продукта, и я еще на свой ИИС тоже буду пополнять. У меня-то как раз зарплата сильно выше, там 400 тысяч, судя по всему, мы и внесем на мой ИИС. Вот, ну а сейчас поставьте, пожалуйста, лайк, переходите на следующее видео, которую ссылочку вы видите. У меня масса идей, просто вот вообще взрыв, поэтому оставайтесь на моем канале, поставьте колокольчик и до встречи. С вами был Демитков Юрий.